вообще самый счастливый человек на свете. Сколько счастья в моей жизни, это не знаю. Ой, это вообще, это просто... Ой-ой-ой, это что ты... Вот в прошлом году это счастье было, это же я не знаю. Думала захлебнуть вот в этом счастье. Вот вообще, это... Что ж было-то в прошлом году? А, я ж пуховик постирала. Это такое счастье, это я не знаю. Это, я купила пуховик, не знаю, что с ним делать. Ну как, какой постирать, у меня нет никакой инструкции. Думаю, ну засуну вот это в стиралку, что я оттуда получу. Да. Ну, и тут Люська, моя подруга, прибегает ко мне, говорит, все, нашла для тебя инструкцию, вот, получай. Все сделали по инструкции, постирали, и что? И теперь у меня облезла ветровка до земли. 8 марта, это вообще-то вишенка на торте, 8 марта. Мы-то с Ваником мы так зажигали, это ж, я не знаю, и на брудершафты, ой, это же, ой, лезгинку с ним танцевали, все, я его подбрасывала, не поймала ни разу, ой, у девочки заснула счастливая, ой. Вот это как я плохо просыпалась на утро. Ой, вот это вот я с трудом нашла глаза. Вот это открыла один глаз. Навела резкость, думаю, ой, а что-то я вся в цветах. А потом вспомнила, это ж 8 марта, это ж Вадик натащил для меня миллион алых роз. Такое счастье, раскрыла глаза на полную. О, Господи, я в клумбе. Нет, вы понимаете, я не жалуюсь, я счастливый человек. То у меня все есть для счастья, девочки. Ну, что мне надо? У меня гороскопы есть, это самое главное. Да в гороскопах там все, там жизнь. Я ж в этих гороскопах, я с утра до ночи, потому что только в гороскопе у меня всегда есть путешествия. У меня отношения там в гороскопе, у меня там даже деньги. Все деньги в гороскопе. А тут, когда приболела, пошла к врачам. Она мне, значит, написала такой список. Говорит, пойдите в аптеку, может, что-то дадут. Я пришла в аптеку. Я говорю, девчонки, вы мне тут по-быстрому скалькулируйте, что почем. Они вот это посчитали. Сказали мне, итого. И я думаю, сдохнуть дешевле. Вышла на улицу, иду, не знаю, что делать. Смотрю, беру ритуальных услуг. Думаю, а что, зайду. Ну, а что, дело житейское, зайду. Зашла, они мне там все скалькулировали, назвали итого. Я бегом вернулась в аптеку. Рассказала все это Люське. А Люська говорит, что ты мотаешься туда-сюда? Что ты мотаешься? Сейчас все давно уже лечатся народными средствами. Хочется узнать, что у тебя болит. Приложи к организму кота. Кот точно ляжет на то место, которое у тебя больное. Я Барсика примотала на 3 дня. Через 3 дня эта зараза вырвалась и легла на мой кошелек. Я думаю, все, так нельзя. Я же не об этом мечтала. Да как я живу? Да что ж это, жизнь, что ли? Я же помню, я мечтала, что я вырасту. Я стану фотомоделью. Все, я поменяю свою жизнь. Я буду счастливая. Все. Я пойду на кастинг. Время пришло. Мне уже 50. Я пришла на кастинг, это комиссия, которая сидит, говорит, женщина, удивите нас.
Я им станцевала лезгинку. Я подкинула председателя 5 раз, не поймала ни разу. Он говорит: женщина, я не могу вас ранить глубоко. Ну, на фотомодель вы не тянете, понимаете? Вы больше похожи на фоторобот. Говорю: что во мне не так? 2 руки и 2 ноги. Он говорит: ну у вас руки как ноги, а ноги как грабли. Нам нужны другие персонажи, понимаете, другие. Нам надо постройнее, помоложе. Вам уже 50. Я говорю: да, 50. Но правительство меня убедило, что это начало жизни. Мне до пенсии еще шагать и шагать. Он говорит: да что ж вы так кричите, не дай бог инсульт. Посидите, попейте водички, мы что-нибудь придумаем. А пока мы думаем, вы пойдите домой, поработайте над собой. Последите за своей фигурой. Я говорю: да я за этой паразиткой слежу всю жизнь. Только отвернусь, она уже что-то жрет. Я спать не могу нормально. У меня вот такая кровать, а я все время ложусь на бочок. На краю я все время ложусь на бочок, потому что я жду, что придет волчок откусить ненавистные бока. Волчок еще не пришел. Бока при мне. Зато пришла подруга Люська. Посмотрела на меня, говорит: Таня, тебе явно не хватает мужика 3 раза в день. Я говорю: да что, я против, что ли? Да я только за. Ну где же его взять, Люся? Где? Я ж хочу такого, чтоб как за каменной стеной. А что вокруг? Она говорит: да, вокруг сплошной гипсокартон. Говорит: ничего, пошарь в интернете. Я говорю: шарила. Ну, нашарила одного в одноклассниках. Вроде ничего, вроде симпатичный. Между прочим, Брэд Питт. Ну, договорились о встрече, встретились в кафе. Все, Люся, я поняла, что это не мой человек. Да никогда ничего у нас с ним не будет. Понимаешь, мы с ним разные люди. Ну, встретились в кафе, ну я вся дрожу, потому что, ну, я на свидании была в 905 году последний раз. Ну, сели за стол, подходит официантка, спрашивает: что вы будете заказывать? Я говорю: деточка, я даже соображать не могу. Ну, я на нервах. Принеси 100 грамм коньяка. И мужчине тоже. Он говорит: не-не-не-не-не, боже упаси. Мне, пожалуйста, 200 граммов мороженого. Я говорю, бред. Что-то я не уверена, что ты Пит. Он говорит: ну если честно, то по паспорту я ослик. Я говорю: а инициалы? Он: ИА. Люся говорит: какой ослик, какой Брэд Пит, какой ИА, какой молодой? Ты что, дура, что ли? Ты что, забыла, что мужик чем старше, тем богаче? Типа серебро в волосах, золото в зубах, камни в почках. Я говорю: понимаешь, Люся, я когда была маленькая девочка, вот я с мальчиком дружила. Вот мы были одного возраста, ну сколько нам добыло, ну 7 лет. Вот это были отношения, Люся. Ну мы с ним играли, ну как обычно дети. Как будто он мой муж, и как будто он работает, а я его как будто жду целый день. И все время вот это... Пеку пирожки, вот это из песочницы, вот это вот делаю пирожки. Он приходит, а я ему сразу пирожки, раз, и он как будто садится. Люся, он ел. Вот он плакал и ел мои пироги из песка. Вот лучших отношений у меня в жизни не было. Она говорит: так правильно, потому что путь к сердцу мужчины, он лежит через желудок.
А ты до сих пор не умеешь готовить. Я говорю, умею, научилась. Че тут уметь? Закипело, бросай, всплыло, вытаскивай. Она говорит, ну, Таня, с таким отношением к кулинарии ты никогда не будешь счастливой. Тебе некому будет валентинки отправлять. Я говорю, что? Что ты сейчас сказала? Она говорит, некому тебе будет валентинки отправлять. Я говорю, да плевала я на них. Какие валентинки, посмотри на меня. Где я, где те валентинки? Да я ломовая лошадь, я скачу по жизни, копыта стерла, бока в пене. Ты что думаешь, что я о валентинках мечтаю? Да я с утра уже мечтаю о стойле, она мне... Все, прискакала. Съешь шоколадку. Я говорю, давай. Все равно никто в модели не берет. Взяла и съела. Прямо так вот раз и все. Съела вот, а теперь думаю, развернула или нет. Да какая разница? Съела, чудо случилось, девочки. Вот поела сладкое, вроде как полегчало. Потом с Люськой мы еще. Полусладкое. И вообще зашибись. И сижу я такая, расслабленная уже, счастливая. И думаю, что я себя накрутила? Да все у меня есть для счастья. И гороскопы, и Люська. Придумали эти валентинки, да. Подавитесь вы ими, этими валентинками, нужны они мне. Я вот нарежу сердечек из колбасы на 14 февраля. Стол накрою, Люську позову. Так посидим по-человечьи и поговорим, и посмеемся, и подеремся. И будет нам счастье. Счастья всем, удачи, радости, хорошего утра!